Обычно художники рисуют изображение темным по светлому, например, карандашом по белой бумаге. Но большинство начинающих художников не знают, что можно создавать изображение наоборот, светлым по черному. Для этого нужно подготовить холст. Закрасим его черной или коричневой темперой. Подойдет также гуашь или акварель. Возьмите большую иголку, в народе ее называют цыганской, и начните процарапывать изображение. Не надо давить сильно, иначе вы повредите грунт. Прикосновения должны быть легкими. Такой прием нанесения рисунка использовали старые мастера. Он в основном подходит для тонированных полотен с темным фоном. Этот прием подходит также, если вы хотите создать максимально точный портрет. Теперь полотно остается покрыть ретушным лаком или растворителем с маслом. Рисунок готов, можно приступать к живописи.